Игорь, первый вопрос. Когда узнал, что сегодня выйдешь на поле? На установке. Какие эмоции были? Да никакие, как просто играть, показывать свою игру, то, что я умею, и что тренер мне сказал, какие выполнить задачи, куда я должен давать, кого подстраховать, когда бороться, когда не бороться. Даже вообще не волновался? Да нет, вообще ни капельки. Ну, как бы это товарищеская игра, понятно, если бы там на чемпионат мира, чемпионат Европы играли бы, понятно, волнение было, а тут товарищеская игра, что тут, и тем более болельщиков еще нет, поэтому так что ничего страшного, я не волновался вообще. Как тебе вообще матч? Ну, надо реализовывать моменты. В концовке дать тоже что-то там. Я подмудрил немножко, но ничего. Ошибаются все. Просто я недопонял чуть-чуть Караваева, то, что он пошел вперед, а я вот ему дал получать за спину. Ну, ничего. А по игре, что могу сказать? Мы игру контролировали. Надо было забивать просто, и все. Ты в курсе, что ты стал первым игроком, кто в 99-го года, кто дебютировал в сборной России? Нет, не знал. Теперь буду знать. Спасибо. До удачи.